Всем привет, на связи Артур. В этом видео хочу поделиться с вами новой возможностью заработка денег без вложений, условно от $5 до нескольких тысяч долларов без вложений. Все будет зависеть от ваших усилий. Речь пойдет о таком сайте, приложении, платформе под названием Cave Platform. Простыми словами, кайф. На данный момент проходит airdrop, за который мы получаем ихние токены, которые в дальнейшем сможем продать. Подобная тема у нас была с биржей QMall, я записывал видео, также рассказывал, и кто воспользовался подобной возможностью, тот заработал снова-таки там от нескольких долларов до сотни долларов. В моем случае вот здесь вот выводил пару сотен долларов, так заработал. Итак, airdrop от Кайф платформы. Здесь видим Advisor Николай Удянский, он же как раз таки есть владелец биржи QMall. Еще от него там выходила биржа Tidex, там же также насыпали монетки, по-моему, по $25 или что-то такое, точно не помню. Не пустите эту возможность, не знаю, сколько будет действовать еще подобная акция. Время затраты буквально несколько минут, а дальше уже как у вас пойдет, как захотите. Вот у нас имеется дорожная карта и пишется, что листинг на биржах, вроде как говорят, что будет на 9, либо же на 11 биржах сразу листинг данной монетки. Первый квартал 2023 года, кто-то говорит, в феврале месяце мы сможем эти монетки продать. Посмотрим, как будет на самом деле. Итак, ближе к делу, переходим в Telegram. Здесь у меня в первую очередь появляется информация, поэтому рекомендую настоятельно на него подписаться, ссылка будет в описании. Наша задача — перейти на бот, то есть все наши действия как раз таки происходят с помощью бота. Все взаимодействия — Cave Platform Bot, ссылка также в описании, переходим на него. Дальше вам пишет, что может делать этот бот. Вы нажимаете кнопочку старт, решаете капчу, вводите число, и вам пишет, что correct, все окей. Дальше у вас высвечивается такая менюшка, здесь кнопочка activities. Нажимаете на нее, и у вас высвечивается 5 заданий, которые вам нужно выполнить. Это подписка на телеграм-канал, просто нажимаете на нее, у вас высвечивается задание 1, нажимаете Let's Go, переходите на канал, подписывайтесь, и дальше кнопочка будет проверить. Проверка может быть там в течение 10 минут, может в течение нескольких часов. После чего вам будет писаться, что task 1 выполнен. Вот, допустим, follow Instagram. У меня, кстати, на Instagram почему-то с помощью VPN перешло, обычно не переходило. Нажимаем подписку, все как обычно, возвращаемся подтвердить. Дальше follow Twitter аккаунт. То есть нам нужно подписаться, вот здесь following нажимаем, подписываемся. Дальше нажимаем подтвердить. Четвертое задание — ретвит последнего твита. Окей, переходим к ним, смотрим, какой здесь последний твит. Нажимаем вот здесь вот стрелочки, нажать ретвит себе на страницу. После чего у вас потребуется ввести ваш логин, переходим в профили, у вас здесь вверху будет писаться собачка и ваш логин, да, вы его вводите, таким образом подтверждаете, либо же вот внизу у меня пишется Артур Кноусблок, чтобы сервис мог проверить, что действительно вы подписались и сделали ретвит. Переходим в Discord сервер, нажимаем там присоединиться, после чего нужно решить некую капчу, типа верификация. Там будет написано, выберите в моем случае мотоцикл, я нажимаю здесь кнопочку, высвечивается список, выбираю мотоцикл и типа одобрить. Успешно прошел задание. Таким образом, мы получаем за 5 заданий 50 ихних токенов, за каждое по 10. Элементарно просто, правильно? Правильно, ничего сложного нет. Следующая наша задача — это подключить приложение. В меню нажимаем кнопочку Setting, вот здесь вот, Connect to App, и вот у вас нажимаете кнопочку Get Code. Вы получаете код, который нужно будет ввести в мобильном приложении. Вот, для Apple, для Android переходите, скачиваете, либо же просто в Android прописываете Cave Platform. Там заходите в настройки, прописываете информацию о себе, там email, номер телефона, и вот здесь будет кнопочка подвязать Telegram. Нажимаете на нее и как раз таки вводите тот код, который вам здесь выдало. Таким образом, вы его привязываете к этому приложению, законнектились. После чего вводите BEP20 Wallet for Tokens с MetaMask. Просто копируете номер кошелька, вот здесь вот, и потом кнопочку сохранить. Основная задача выполнена. Дальше, что вы можете делать? Это играть в игры и зарабатывать, точнее в игру. Вот есть кнопочка Games, нажимаете Play to the Game, идет у вас переадресация на вот такую вот простенькую игрушку, нажимаем кнопочку Play, и у нас вот такой вот футболист. Зажимаю кнопку мыши, и наша задачка вот собирать вот эти монетки и уходить вот от футболистов или от кого это, не знаю, еще какие-то штучки летают, не пойму, что желтое такое,
от него нужно также уклоняться. И наша задача как можно больше собрать вот этих монеток и побить рекорд и занять призовое место. За это мы также можем получить USDT-шки, либо же их токены. В зависимости от, кстати, есть вот такой вот, вот такая шляпка, хоп, ее ловим, и у нас дает жизни. Вот батарейка, раз, обязательно ловим батарейку, она продлевает, ай-яй, одновременно говорить и проходить не очень удобно. Короче, жизнь дает, и батарейка дает энергию, я так понял, дальше двигаться. Если мы ее не будем собирать, соответственно, игра остановится. А вверху справа у нас 9 жизней. Когда мы... Вот, хоп, и теперь 10. Вот, энергию собрали. И вот так вот идем. Я там смотрю, многие до нескольких тысяч. Там есть рейтинг. В этом, как его называют, в Телеграме, да, в ихнем боте есть рейтинг ребят, которые занимают, то есть можно вперед, вниз, и вот по рейтингу, кто самый первый, тут больше всего, там, по-моему, $200 получает, 200 USDT-шек и 2000, по-моему, токенов, и дальше по убыванию, у кого меньше собрано вот этих монеток, тот, соответственно, меньше получает. Я еще где-то видел информацию, что даже если вы призовые места не занимаете, вам также монетки насыпают. Не знаю, насколько это правдиво. Я играл всего лишь пару раз в эту игрушку, чисто протестить, понять, что к чему, и вам рассказать. Вот, хоп. Когда попал на от этого человека, все 10 жизней убрало. Вот такой вот принцип. И у вас здесь на балансе будет показываться. Так, вот менюшка. Есть ваш wallet. Показывается game баланс, сколько наиграно у вас как раз таки в этой игрушке. По реферальной программе только что сделал пост, ребята уже присоединяются, от 180 монет. И activity баланс, это как раз таки за подписки, 50 токенов, уже 230 у меня имеется. Видел у ребят там по 12 тысяч токенов этих. Вот собственно это как раз таки речь идет о том, что если вы будете приглашать людей за каждого приглашенного по 30 токенов кайф вы будете получать за то, что он выполнит вот эти условия, подпишется на все социальные сети, подтвердит свой аккаунт. И, как говорят, что начальная цена токена при листинге будет 10 центов. Соответственно, если вот там я видел видео от человека 12 тысяч токенов, даже если 10 центов, это $1200. А что если это будет не 10 центов, а цена, допустим, подскочит в моменте до 50 центов? То есть в теории $6000 на такой халяве можно просто рубить. Это действительно есть, такие темы бывают не так часто, но бывает. Главное найти подобный проект. Я не знаю, выстрелит ли этот, будет ли мы вообще что-то выведем отсюда или нет. Но очень много людей уже о нем рассказывают. Есть информация, что вот Моргенштерн поддерживает эту движуху. У него же там раньше был ресторан, по-моему, в Москве. Также что-то кайф назывался. И вот он у себя в инсте делал такой вот пост, что скоро будет вот этот кайф токен. Поэтому от него также поддержка некая уже есть. Посмотрим, что будет дальше. Наша задача сейчас как раз таки сделать вот эти подписки и как можно больше людей пригласить, чтобы заработать как можно больше токенов. Все это без вложений, без проблем приглашаются люди, знакомые, друзья. Действия просто минимальные. Так что пробуйте, зарабатывайте. Кто хочет больше информации о заработке в интернете, переходим на мой блог arturnovs.com. И здесь смотрим различные варианты инвестиций, без вложений. Всякие темки я рассказываю. Так что все ссылочки в описании. Если был полезен, обязательно поддержите пальцем вверх данное видео и подпишитесь вдруг, если вы еще не подписаны на мой канал. Всем удачи и до скорых встреч в новых видео. Пока!